Ooh, yeah. Oh, wow. Wow. Last Christmas, I'll give you my heart, but when the next day you'll give it away. This year, to save me from tears, I'll give you to someone special. Last Christmas, I give you my heart, but the very next day you give it away. This year, to save me from tears, I'll give you to someone special. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Никитос, здравствуй! Поздравляю с наступающими праздниками тебя! Спасибо большое! И... Но... И сегодня у нас тоже есть someone special. Ребят, специально для вас подготовили с Тохой рождественский ролик. Конечно, с криминалом, но сами понимаете, ребят, ну так вот, ну смотрим мы такое, да? Ну что поделать? Я думаю, увлечение. Вот в отделе, где самые разбитые фонари улицы, там вот вырезали снежинки с фотороботов, понимаешь, в чем дело? Хороший. У нас свой Новый год, ребят, у нас свои здесь правила, у нас здесь свои приключения. Ну, Никит, ну как у тебя настроение? Немножко вот сейчас поднялось? Антон, у меня каждый день настроение хорошее и бодрое, потому что вот для того, молодец, чтобы делать хорошие ролики, чтобы радовать наших зрителей, нужно всегда хорошее настроение. Независимо от того, что происходит. Ребят, вот честно скажу, вот пару слов, да, вот перед тем, как начнем, сразу хочу сказать, понимаю, все прекрасно, там, блогеры, там, стримеры, ну что это там, заработа и прочее. Ребят, тоже труд каждый мы уважаем с Тохой, да? Начиная от, блин, инженера-строителя какого-нибудь, заканчивая само там собой проститутки, да? Ну, каждый труд, он уважаемый, и каждый труд важен. Но это так оно и есть. Каждый труд что-то дает. И мы, несмотря ни на что, специально для вас в хорошем настроении, чтобы у всех увеличилась улыбочка, да? Чтобы все хорошо провели время. Посмотрим старый добрый криминал на Рождество. Вот. Нормальная тема? Нормальная тема, Никитос. Спасибо большое тебе за это великолепное, теплое поздравления, все оценили, и сегодня, и мы начинаем, дорогие друзья. Озвучь название, пожалуйста. Да, значит, только покажи мне. Вот это, похищено под Рождество. У нее 5 дней. Всех с Новым годом, с наступающим. С Новым годом, ребята, с наступающими. Праздник к нам приходит. Праздничная доброкола появилась. Первый Новый год прям основательно. На КАМАЗах возят? Да, я думаю, да. Нужно сделать рекламную кампанию, значит, едут только наши КАМАЗы, Уралы. Только КАМАЗы, Уралы. Вот, ну, конечно. Везут бутылки прям в этом, в ковше. То есть не вот в этой фуре закрытые, да, а вот в ковше прямо везут бутылочки. Прямо видно, как разгружают их в пятерочку. Ну, прям, ну, чтобы было... Ну, да, естественно. Без волшебства, знаешь, без прикрас, как сказать. Жизнь без прикрас. Все, бутылки вам это разлиты. Пейте. Оставалось всего чуть больше недели до Рождества. Барбара Мэкл обожала этот праздник и уже мечтала скорее оказаться дома с семьей на рождественские каникулы. Наступило любимое время, когда надо выбирать подарки, наряжать елку и дом, покупать наряды. Казалось, каждый день был расписан. Барбара никогда бы не поверила, что с ней может произойти такое шокирующее испытание – за несколько дней до Рождества. О, завтра. Ну, Никит, я проживешь всю жизнь. Я говорю, вот так вот. Ноутбук, ты понимаешь? Тож, завтра все. Порос пылью уже. Тож, завтра все сделаю. Я только... Не, ему нужно еще одну кнопку, знаешь, посмотрим. Ну, давай посмотрим, попозже посмотрим это. Разберемся. По делу. По делу. Значит, ну, никто не опять ожидает, напоминаю что вам, случится, ребята, жесть. Рождество – это радостные улыбки, радостные праздники. Но также хочу вам напомнить, что много это работы самое для криминальное органов. Время вообще в этом году. И огромное количество работы у представителей правоохранительных органов. Все полицейские участки забиты работой буквально. Поэтому даже не факт, что ваше дело когда-то... Ну нет, когда-то-то да. Но не факт, что ваше дело будет стоять первым в списке очереди. Конечно. Это на всякий случай. Это не значит, что не надо праздновать Новый год.
год покупать подарки вообще нет. Праздновать это просто надо, значит, нет. Что много происходит убийств. Это просто надо принять. Надо просто, как сказать, себя контролировать, да, вот как бы знаете меру свою. Вот если вы пьющий человек, да, выпивающий, не надо сверху вот этого. Не надо, не надо, не надо. И к таким не ходите в гости. Не ходите. Только сверх меры. Вот нужно вот как вот берете рюмочку, все. Вот так вот. Пили сверху. Убили и все. Правильно. И сидите так 365 дней до следующего. Барбара Джейн Мэкл, 20 лет. Жизнь Барбары была именно такой, о которой мечтают многие молодые люди. Блин, на Жаклин Кеннеди она похожа. Была. Я вот только хотел сказать, что такое похоже на Веронику Степанову. Вообще одно лицо, ты посмотрите. Ну, дачняк. И богата. Барбара была дочерью Роберта Мэкла, миллионера из Майами, который вместе со своими двумя братьями владел известной корпорацией, одной из крупнейших компаний по жилищному строительству не только в Южной Флориде, но и в США. А вот, знаешь, даже по лицу человека, я честно скажу... Слушай, да, я тоже так подумал. Вот видно, что, вот, знаешь, какая-то такая работа, ну... Деньги считает. Что-то, да, вот такое, вот, с бизнесом связанное. Как вот, знаешь, как Скрудж Мактак вот живет, вот он... Нифига себе ты стрельнул. Спасибо. Вообще. Будь здоров. Видно, что человек интеллектуального труда, вот, деньги считает, вот, морщин много смеется, наверное, много, часто. Еще раз, давай еще. Будь здоров. Смотри, слушай, на праздники не заболей, блядь. Который вместе со своими двумя братьями владел известной корпорацией, одной из крупнейших компаний по жилищному строительству не только в Южной Флориде, но и в США. Роберт был очень успешным бизнесменом, имел много связей и даже был хорошим другом президента Ричарда Никсона. Барбара понимала, что является представительницей непростой семьи. Она вела себя как настоящая леди. Ух ты! Слушай, ты, ну, смотри, конечно, что вообще происходит. Откуда выходят люди вообще? С какого-то убежища ядерного? Это Fallout какой-то. Не, ну, конечно, женщине это в сказку попало, да. Принцесса. Ну, слушай, это тоже накладывает определенные, знаешь... Какие? Определенную что-то. Ответственность. То, да, есть, всегда нужно держаться в этом обществе, всегда нужно быть представительным человеком. Ну, нельзя просто вот жить по кайфовой. Вот Иришка Чики-Пики, например, как вписалась бы в Роберту Мэклу? Дочери? Нет, почему? Девушка, почему нет? Я считаю, что ты зря так говоришь. Просто если ты попал в этот, понимаешь, как бы круг общения, ты просто адаптируешься к этому. Думаешь? Конечно. То есть, если Иришку Чики-Пики резко вот в какое-нибудь высшее светское общество я посадить, считаю... то в принципе через год, через два она вот прям станет леди. Да я тебе более того скажу, если бы леди Диану заменили бы Иришку Чики-Пики, тогда, когда еще было это возможно сделать в этом тоннеле, никто бы этой подмены бы не заметил, ясно тебе? Ты думаешь, леди Ди тоже бы с фанфориками? Леди Чики-Пики была бы. Одевалась скромно, но дорого. Что такое? Маргарет! Конал третий! Карл! Все уйдет! Чук-чук-чук-чук! Твое платье! Ну, верю! Ты че ветер с моим полотенцем? Блядь! Ты че нахуй? Ну, Букингемский дворец! Не, ну, ребята, надо понимать, что накладывает это нам понятно, просто адаптироваться надо быстро уметь. Утонченный стиль подчеркивала нитка жемчуга на шее. Всегда идеальная прическа, стройная осанка. Барбара умела преподнести себя. Девушка получала престижное образование, она являлась студенткой университета Эмори в Атланте, штат Джорджия. Это как у нас университет петербургской моды. Опять он появляется. Мне кажется, примерно такой вот по уровню. Можете поступить туда уже наконец-таки. Ты что-то вот прям... На заочно, ребят. Прилип к этому университету. Прилип вообще, и он так удобно находится, то есть прямо от метро недалеко. Я, наверное, ребята, все-таки в новом году попробую посмотреть, каких... Не говорю о том, что попробую поступить, просто посмотреть. Обещаю, какие факультеты есть. Я бы хотел пойти на факультет шапок каких-нибудь, прикольно. Знаешь, чтобы делать изысканные такие вот головные уборы. Мне очень нравится. А я бы трусы делал бы. Ты?
Хочу трусы уметь делать хорошие, потому что вот в целом очень тяжело подобрать удобные трусы. Это людям. Правда, да, это вот очень тяжело. И даже вот боксеры. Я хочу, чтобы рознь. Люди, вот они как бы вот, знаешь, вот какой разговор был? Так. Вот что купить там, боксеры или еще какие-то, да гридянки купи и все. Не парься, и нормально будет, тебе удобно. Грядянки носит вся Россия. Вот грядянки. Вот это моя мечта. Чтобы грядянки от президента до дворника все носили, потому что знали, что ничего удобнее грядянок нет. И стоят дешево они, типа, рублей 70. И в Икее можно купить. Вот, кстати, у меня сейчас открыто теперь в комментариях в Телеграм возможность отправлять фотографии. Вы вот предлагаете, пожалуйста, дизайн грядянок. Не на, они с моим ебалом на жопе сделают это. Грядянки, это не надо вот именно персонализировать ко мне. Грядянки нужен крой хороший, понимаете? Чтобы вот прям удобно. Смотрите, вот грядянки, главное правило. Чтобы вот на яйцах, а вот я не знаю, для женщин надо выпускать вариант. Ну, естественно. Бля, ну я не, ну, короче, про пацанов, да, чтобы яйца не резались, то есть, чтобы вот ты мог спокойно ногу поднять, опустить, и чтобы ничего не врезалось. И не было видно, да, чтобы... Вот, чтобы они немножко держали форму, то есть, грубо говоря, собирали вот... Ну, я понял, ну, я понял тебя. Со всем ну, остальным. Специально отсек должен. Ну, да, чтобы как бы было удобно. Ну, чтобы яйца могли выкатиться чуть-чуть. Ну, не из трусов, а вот из этой поддержки. Да, нет, ребят, все. Уец там лежит, и яички вот могут вниз свисать, если что. Не надо ничего присылать, я понял. Сейчас, да, я сам не хочу, чтобы картинки присылали. Там честно наговорил уже, конечно. ТЗ ты дал исчерпывающе. С прошлого года в учебном заведении началась эпидемия гриппа. Барбара заразилась, ее мучила температура и боль в горле. Лазарет университета был полон, для Барбары места не нашлось. Девушка чувствовала себя брошенной, это было непростое время для нее. Она пожаловалась своей семье, которая находилась далеко. И Джейн Мэкл, мать девушки, приехала из семейного поместья в штате Флорида, в Атланту, штат Джорджия, чтобы позаботиться о своей дочери. Что-то не так? Зачем ты мне это показываешь? Вот смотри. Вот Флорида, да? Вижу. И вот Атланта. Угу. Ебать оттуда ехать, потому что у тебя дочь гриппом заболела. Ну, у тебя бы батя приехал бы вот из, я не знаю, ну, из Казани бы в Москву, это в Питер. Что я закашлял? Тёща, ты что, гриппом заболел? Немедленно выдвигается. Надо срочно, а я там прям лежу. Нет, конечно, это знаете что, вот это вот черта такая, знаешь, гиперопека, скорее всего. Вот 10 дней ты полежи, ты поболи, и все, чё ты... Блин, цирк устроил, ё-моё. Ну, согласен, это лишнее было, конечно. Но поддержать блин. Можно и по телефону. Да, сказать, все будет в порядке. Пришлите денег просто. Надо не приезжать. Болею сильно. Джейн забрала свою больную дочь из общежития, и они поселились в мотеле под названием Родвей Инн всего в нескольких километрах от кампуса. Ну и зачем, да, спрашиваю? Ночью 17 декабря... Когда Джейн и Барбара Мэкл легли спать, кто-то постучал в дверь номера. По ту сторону двери стоял мужчина в фуражке полицейского. Он через закрытую дверь сообщил, что друг Барбары, Стюарт Хант Вудвард, попал в автомобильную аварию. Так. Джейн хорошо знала этого молодого человека. Мужчина назвал марку и цвет машины, просил Джейн и Барбару поехать в больницу. Джейн открыла дверь, как она думала, офицеру полиции. Она столкнулась лицом к лицу с крупным мужчиной, держащим ружье. Рядом стояла фигура поминиатюрней, в лыжной маске, возможно, женщина. Двое неизвестных сразу напали на Джейн. Они приложили к лицу женщины ткань, пропитанную хлороформом, а затем схватили Барбару и вывели ее из номера. Поняли, да, что произошло? Полностью вообще похищение, продуманное до самых мелочей. Само собой, я причем даже не сомневаюсь, скорее всего, с целью выкупа. Конечно. 100%. И, наверное, братья батька все это сделали. Тоже может быть. Ну, либо по бизнесу. Да, либо конкуренты, либо те, ну, наверняка, то есть, как бы, знаете, когда вот большие деньги крутятся, там кто-то кого-то, бывает, швыряет, да, такое случается. То есть, преднамеренно или нет, это уже как бы надо разбираться, но обиженные какие-то компаньоны тоже могли быть.
Но слежка была 100%. 4 часа утра, Джейн. Уважаемый Майкл, пишут вам ваши обиженные компании. Обиженные компаньоны, вы... Бизнес ведете вы, как сука. И с вас за это штраф, да, деньги. Да, пусть банально, да, пусть так. Да я тоже человек, блин. Я хочу купаться в деньгах. Ну это, кстати, это часто происходило в 90-х у нас. Вот что похищали детей именно... Ну, это происходит сейчас и до сих пор. Просто не в таких масштабах. То есть вы просите выкуп за то или иного человека. Это излюбленная тактика ублюдков. Излюбленная. И шла в себя. Через администратора она смогла вызвать полицию. Полиция она рассказала, что Барбару и ее дочь похитили. А она ничего не смогла сделать. Женщина, недавно пришедшая в себя, сидела на кровати, где лежала ранее ее дочь, плакала и через каждую фразу молила о помощи. После полиции приехал и друг Барбары Стюарт, про которого и говорили злоумышленники. Он сидел рядом и держал Джейн за руку, стараясь хоть как-то поддержать ее. Неужто Стюарту сказали, что будешь подыгрывать? Бля. Мы тебя тоже в заложники берем. А может, это берем. Не бизнес-партнеры, брат? Может, а это одногруппники? Одногруппники? Ну, решили? Такая фифа богатенько учится у нас. Нихуя себе там такие одногруппники. Давайте попросим выкуп. Да не, ну я, она бы сразу по голосу бы узнала. Я не думаю, что это одногруппники были. Ну, с кем училась? Ну, не знаю. Сов из Майами прилетел Роберт Мэкл, отец Барбары. Такие люди, как он, кажется, могут решить любую проблему. Уверенный, в меру жесткий, он умеет контролировать эмоции, быть спокойным и не впадать в панику. А еще у него есть деньги и связи. Ну вот, наверное, это и позволяет ему не впадать в панику и быть в меру... Жестоким и в меру уверенным. Да-да, если у тебя денег маловато и связи нет, то ты, наверное, будешь нервничать сильно. Когда что-то произойдет такое, вот эти непонятное. А когда ты Джордж Мэкл, да, или... Типа, хуекл. Типа, да, вот ты как бы глава корпорации, ты миллиардер, то есть... Знаешь, такой, ну разберемся еще. Денег не такое еще, не с таким сталкивались. Не самое страшное, да, вы все нормально будет. Успел позвонить директору. Лучший друг президента, да. Ну, в хороших отношениях со стороны. Он Эдгару Гуверу позвонил. Да ты че? И связи. Роберт уже успел позвонить директору ФБР Эдгару Гуверу. К расследованию о похищении теперь было привлечено ФБР во главе с агентом Рексом Шрёдером. А также с лучшими из лучших следователями. Блять, а капитана Рекса собаку там не наняли из Германии, блядь. А лейтенант Коломбо не приехал? Рыбакоп патрулировал. Рыба, а Бэтмен где? А где Человек-паук, блядь? А Супермена что, не дозвониться было или как? Прямо в номере гостиницы агент Шрёдер допросил друга Барбары Стюарта. Стюарт рассказал о своих отношениях с девушкой. Они были исключительно дружескими. Ребята вместе учились. Кто мог совершить похищение, Стюарт не знал, но он был уверен, что девушку похитили с целью выкупа. Естественно. Дело в том, что Барбара была что-то вроде местной звезды, очень популярной девчонкой, с которой кто-то хотел дружить, кто-то ненавидел из зависти, считая выскочкой, кто-то хотел быть на нее похожим, но все без исключения знали, кто ее отец и насколько богата ее семья. Это была очень полезная информация с мотивом похищения. Агент Шрёдер был полностью согласен. Агент Шрёдер спросил парня, где он будет находиться в ближайшем. Ну, вообще, я думаю, что, знаете, как имя, да, человека, имя человека, оно как-то вот его судьбу все-таки немного рисует, понимаешь, что как бы характер вот его олицетворяет, да, вот Антон, Никита. Это вот такие вот, знаете, имена вот людей, лежащих на печках каких-то вот. А как, что значит нет? Никита баринское имя, да. Ой, блядь, как... Бля, брат. Какое баринское, о чем вообще говоришь? Никитка. Никита. Какой тебе Никитка? Никитка. Это Тошка. Никитка, это никто так не говорит. Неси тулупчик родной. Ты что такое говоришь-то? Никита имя баринское исключительно. Ну, а вот Тошка. Тошка, да. Слушай, Тошка только собака. Тошка, давай, обвяжи... С межевого переулка. Штаны свои картофельным... Туиском, да. Ремнем и...
сюда копать. Ну, не знаю. Нет, я... Камни. Хорошо, ладно, допустим, даже если и так. Но все равно, и то, и другое, это тебе не Рекс Шрёдер, который, понимаешь, вот как бы... Да, братан, и Рекс, это только немецкий такой же, холоп. Кривозубый крестьянин. Конечно. Ну, я не знаю, ребята, я сейчас, честно говоря, вот думаю, что Рекс Шрёдер, это великолепно, ну, ассоциируется у меня вот именно, знаешь, со спецом из ФБР. Ну, кто, какого вот Рекс Шрёдер, думаешь, бумажки перебирает, что ли? Не, ну, он стреляет в десятку, блядь. Крутое имя. Конечно. Рекс Шрёдер. Мы это прям будто, знаешь, Рексу. Его называли именно, ну, этот человек будет серьезно. Как будто знали заранее, да, что вот он будет следователем. Если бы у меня украли телефон. Типа я не могу представить, знаешь, какого-нибудь учителя начальных классов Рекса Шрёдера. А вот какого-нибудь учителя ОБЖ. Вот знаешь, как ты смотрел этот с ноги его... Чистилище? Это понятно. Это ясно. Не-не, осторожно, Модерн 2. Помнишь, там был генерал Сиська, который такой безумный, знаешь, такой... Быстрее! Говори быстрее, бля! Вот такой вот Рекс. Вот мне представляется такой вот Рекс. Ну, может быть. Стюарт ответил, что он, как и многие студенты, уезжает на Рождество к родителям. Агент Шрёдер дал распоряжение установить слежку за парнем. Позже, этим утром, в доме семьи Мэклов в Майами примерно в 10 утра зазвонил телефон. Так. Ответил на звонок друг семьи, который находился в гостях у Мэклов. Родителей Барбары дома не было, они находились в соседнем штате, общаясь с ФБР. Говорящий на том конце провода не представился. Он сказал следующее. «Это по поводу похищения Барбары. Вы найдете кое-что у северо-восточного угла дома под деревом в земле». Полиция нашла в земле мензурку. А внутри нее была записка с требованием о выкупе. Агент Шрёдер получил копию записки незамедлительно. Записка была примерно следующего содержания. «Роберт Мэкл, мы похитили вашу дочь и требуем выкуп в размере $500,000. Барбара находится под землей. Найти ее вы не сможете. Воздуха и воды хватит на 5 дней. Время ограничено». Ебать. Да, это вот... Это, конечно, никому проверять не захочется, естественно. Все, 5 днями ограничено, и ничего делать мы не можем. Она вот так вот. Помнишь, как в Heavy Rain было примерно что-то похожее? Да? Ну, такое... Слушай, $500,000, ебать. Это на то время. Сумма. Эта сумма была очень приличная. Это было очень много денег. Но, естественно... Он, конечно, миллиардер, но, мне кажется, не то, не, что ну, у него прямо так много миллиардов. Чтобы $500,000 на дочку потратить, да? Не, я имею в виду, что, как бы, как сказать. Там же вот, когда говорят миллиардер, не имеется в виду, что вот у меня $90 миллиардов в банке. Имеется в виду, что у него как бы... Что-то вложено в недвижимость, что-то вложено в это. То есть его состояние. Общее, да, состояние, да, там несколько миллиардов долларов. Вот таких как людей, он за 5 вот таких людей, продать бизнес какой-то и прочее. Обычно у таких людей, знаешь, все находится в обороте, деньги крутятся. То есть у него нету, знаешь, вот сейчас на карте. Как ты передашь $500,000,000? Ну, я думаю, что это даже сумма по габаритам довольно внушительная. То есть это реально выглядит, наверное, как хороший такой. Полновесный дорожный чемодан. Какой чемодан? А как? Ты что, чувак, в чемодан вылезет там $несколько миллионов, дай боже. Не, смотря какой чемодан. Вот, вот прям вот саквояж. Вот саквояж, брат, да, мне кажется, 5 миллиардов долларов именно как деньгами. Это, блядь, вот фургончик. Это, блядь, до 1 000 000 000 рублей, вот чуть больше этой пачки выглядит 5-тысячными. А там, подожди, а у них самая большая... А это 100 долларов самая большая. У них 100-долларовая, ну... да, в натуре, у них же 100 баксов. Активами ты не передашь такую сумму. Никак. А он еще, наверное, скажет такое, десятками. А где у миллиардера 10 баксов? И вот, хорошо, ты типа фургончик подготавливаешь на $500,000. Че, этот фургончик никак за ним не проследить? Ну вот сейчас узнаем. Дальше следовали указания. Роберт Мэкл, если был согласен предоставить сумму выкупа, должен был разместить объявление в упомянутой в записке газете с содержанием. «Любимая, пожалуйста, вернись. Мы оплатим все расходы и встретимся в любом месте, в любое время. Твоя семья». Если возник вопрос, откуда я знаю толщину миллиона рублей наличными, у меня есть банк приколов. Несколько миллионов, чтобы вы знали. Ребят, мод прибеднения он. И еще я купил на Озоне, кстати, я вам, может, не показывал, в следующий раз принесу, 5-рублевые
банкноты на вьё 1000 рублей. Ты марки почтовые с Жириновскими заказал? А еще нет в обороте, нет. Как это нет? А я тебе скинул или еще не выпустили? Планируется. Блин. Пока нету еще. Надо купить. Надо посмотреть. Ну, они уже все будут куплены до выхода в тираж. Да нет, ну почему? Ну потому. Ну я посмотрим. Но коллекционная хуйня будет, как думаешь? Посмотрим тираж. Будет маленький, будет коллекционная. Конечно, Роберт сразу же опубликовал объявление с готовностью отдать деньги, хоть и в этот же момент. Сделав это, родителям оставалось ждать, осознавая каждый час, каждую минуту, что время на исходе. Роберт и Джейн направились в Майами с надеждой именно в своем доме получить следующие указания. Каждый их шаг сопровождала пресса. О похищении Барбары передавали по телевизору, писали в газетах. О беде одной из самых влиятельных семей знал весь город. Угу. Прошли целые сутки. Целые сутки никаких вестей. Это было чудовищное издевательство над несчастными близкими Барбары. Больше всего они боялись, что с ними никто не свяжется, и столь тонкая связь с похищенной дочерью оборвется. 19 декабря в 3 часа 47 минут утра в доме семьи Мэкл раздался звонок. Комнаты дома были нашпигованы агентами ФБР. Роберт поднял трубку и услышал голос, который размеренно и без эмоций, как робот, зачитывал ему следующее указание. Роберту Мэклу сказали адрес, по которому он, конечно же, в полном одиночестве, должен был приехать. Место встречи находилось примерно в 10 километрах от дома в заливе Бискейн. Роберт должен был надеть белый заметный костюм, видимо, чтобы можно было отследить его передвижение, ехать на своем светлом Линкольне, а деньги сложить в чемодан. На месте он должен был просто оставить деньги и тут же удалиться. Да не, я не верю, что полмиллиарда долларов влезет в чемодан. Полмиллиона, тебе сказано было, 500 тысяч долларов. А, полмиллиона? Ну да, я не знаю. Да, ты... Да не, полмиллиарда, брат. Ну я не буду мотать назад, ну, я ладно, поверю. Полмиллиона. Я тоже поверю, так сказать. Ну, допустим. Миллиарда. Каких гарантий, что это просто обман и дочери уже нет в живых, мужчина. Я думаю, что если бы ему такое сказали, он бы сказал такой: дайте только попрощаться с дочкой. Полмиллиарда я должен, да? Как этот самый в жмурках. Ребята, вы что? Вы за деньги. Не знаете, какие-то деньги. И вот, ну вот, хоть разок. Не, не очень хочется. Уж у ментов-то не ставят прослушку дома, надеюсь. Я тоже. Пошли. Кстати, они в Сестрорецке жили, по-моему. Где? В Сестрорецке жил, по-моему. Ну, да. Далее. У него Пошли. Не было выбора. Приходилось безропотно соглашаться на любые условия. Роберт сделал все, как ему было сказано. Теперь он с женой и агентами снова сидел дома перед телефоном. Агент Шрёдер, имея прекрасную интуицию, был уверен, что местонахождение живой Барбары им сообщат. В этот момент случилось неожиданное. Так. Для родителей Барбары... Наверное, самое страшное. ФБР не сообщило местной полиции о проводимой операции и о том, что вмешиваться в нее опасно для жизни девушки. Как так? Но информация о сделке, как впоследствии агенты ФБР предполагали, видимо, просочилась. Полиция, не зная ситуации в целом, решила произвести арест лишь с целью задержать самого известного на тот момент похитителя, который пришел забрать чемодан с выкупом. Человек, одетый во все черное с маской на лице, не исключал, что поймать его попытаются. Похититель смог уйти, бросив чемодан с деньгами. Блядь. Конечно. Ну вот Рекс, а как, нет, Рекс а как вообще Шрёд... такой... А как полиция-то прознала об этой хуйне, это я не понимаю. Слушай, я думаю, что... Че, в Америке-то реально уже звонишь куда-то, там сразу эти СМИ такие: нам поступила информация от наших инсайдеров. Да-да-да, что уже движется белый Линкольн в белом белоснежном пиджаке с полмиллионами долларов. Как сообщает наш источник, этот человек является Майклом... Ой, смотрите, во всем черном идет...
Это определенно похититель. Это похититель. Ой, смотрите, взял сумку. Держите его скорее. Че вы смотрите? И представляете, ребята, вот каково, да? Вот. Не, ну реально, я не понимаю, просто как об этой не прознали. Рекс Шрёдер, ебал к осмотру. Что с тобой не так, Рекс? Что с тобой случилось? Почему ты не смог позвонить просто в соседний участок и сказать, что у нас здесь супер важная операция? Не мешайте, мужики. Эти приехали с мигалками. Ну вот у них же, вот видишь, постоянно в фильмах показывают, что вот там полиция что-то расследует. Им не нравится, и когда... И приезжают эти, они такие... Федерал. Да, черт возьми, позвал федерала! А он ему раз к силу там свои написано. Да, такой, теперь это дело ФБР. Вы работаете теперь на меня, да, я агент Шрёдера. Они такие... Черт возьми. Не волновало. Но когда к ним в городок приезжает Джон Рэмбо, они сами федералы. Алло, я Джон Рэмбо с ножом приехал. Мы его поливали с этого самого, со шланга, а он возьми. И всем пизды дай. Ну у них вообще в этом плане, там же жестко идет заруба между ФБР, между ЦРУ, между, я не знаю, кто там, полицейский участок. У них все вот эти министерства, они прям дико конфликтуют между собой. Это реально конкурирующие фирмы. Да. То есть все, вот это их... Там одна братва контролирует одно дело, другая братва это. У каждого паханы есть, которые говорят, там, чё, кого, с чем. Да, да. Как такое получилось? Всю вину он сложил на Роберта, который, видимо, не захотел отдавать свои деньги. Теперь можно было подумать, что Роберт... по мнению злоумышленника, нарушил их договор. Это значит, что доверять ему дальше нет смысла. Ну, естественно. Деньги не получить. Соответственно, где живьем похоронена Барбара, теперь никто не узнает. Вдобавок, к этой страшной ситуации, разгребая целую кипу писем, которые сотнями хлынули в дом семьи со словами поддержки, с предложениями выступить на ТВ и так далее, один из агентов ФБР нашел письмо без адреса отправителя с датой от 18 декабря. Это значит, что кто-то подбросил его в почтовый ящик. Скорее всего, когда родители Барбары возвращались в свой дом. В письме агент ФБР обнаружил фото похищенной девушки с табличкой в руках, на которой было написано «Похищена». Роберт попросил, чтобы фото не показывали Джейн. Это бы разорвало ее сердце на части. Они не смогли ее спасти. Возможно, это ее последнее фото. Агент Шрёдер вместе с Робертом решили, что единственный, последний шанс – это объяснить похитителям случившееся. Ну, дать надо, значит, в прессу интервью, объяснить все, чтобы начальник этот шериф каунти тоже стоял рядом, говорит, мы не знали, все извинимся и на коленях упадем и скажем, дайте второй шанс, заплатим. Я думаю, что не в интересах похитителей убивать жертву похищенную. Они, им нужны деньги. Ну, естественно. Второго шанса кого-то ну, блядь, еще чувак, раз... вот если бы ты был на месте похитителей, и вот такая хуйня случилась, ты бы второй раз бы такой, ладно, но теперь не обманывайте. Но... Ну, все, бля, братан. Понимаешь, сейчас вот этих похитителей, ну, они скорее сейчас что-нибудь дикое натворят, мне кажется. Типа они скажут такие, ну, значит, мы сейчас, типа, знаешь, как вот в фильмах показывают, сейчас мы, значит, тогда за эту оплошность кое-что сделаем. Палец пришли. Типа того, да. И они такие, все ясно. Поверят они или нет, это уже другой вопрос. Попробовать стоит. Возможно, желание заполучить деньги окажется сильнее. Действовать надо немедленно. Если верить записке, то у девушки под землей скоро закончатся жизненно необходимые ресурсы. Заявление Роберта о том, что он не имеет никакого отношения к операции полиции Майами, было напечатано практически во всех ежедневных местных газетах. В заключении Роберт просил еще раз связаться с ним. Этим же утром, когда город проснулся, объявление уже находилось на первых страницах. Его также передавали по радио и телевидению. Нужно было жить в полной изоляции от мира, чтобы не увидеть или не услышать его. Все это время агенты ФБР прочесывали лес рядом с местом несостоявшейся сделки. Также 19 декабря был найден... Я вот не понимаю, да? А чего там, вот когда он ехал передавать деньги... Какой-то слежка не была поставлена. В каком смысле? Ну, когда он ехал передавать деньги похитителю по этому адресу, ну, там где-то агенты ФБР должны в каждом углу, блядь, быть. Но ты имеешь в виду, почему
в итоге не поймали чувака в черном? Почему операцию сорвали полицейские? А, почему они дали проехать этим копам? Нет. Ну я не понимаю твоего вопроса. Смотри, вот он едет передавать деньги. Правильно. За ним должна быть представлена тачка с агентами ФБР. Она была. А почему? Как, в смысле, почему она была? С чего ты взял? Ну, они держались на таком расстоянии, чтобы они не чтобы он смог выполнить все условия. И что, и агенты ФБР, и менты не смогли поймать одного чела? Понимаешь, в таких случаях нужно сначала отдать деньги, получить заложника, и только после этого проводить операцию, когда, по поимке, понимаешь? Не знаю, брат. Всегда забирать деньги... Вот когда ты уже берешь заложника, ты какую операцию по поимке проведешь? Вот я так считаю. Проведешь? Еще как? Потому что вот именно в этот момент, когда берут деньги, вот хоть Коломбо посмотри, там всегда берет деньги какой-то бегунок. Какой-то челик, который не знает вообще, что происходит. Я понимаю прекрасно, что берет бегунок. Но вопрос у меня в том, почему ФБР не проследили за этим Робертом, когда он ехал передавать деньги, остановились, видят бегунок какой-то, хватает, все, продолжают слежку за этим бегунком и едут дальше. Так и было. Но... Но не было, потому что менты сразу вмешались. Они что, не видели ментовские машины какие-то? Да, они не смогли среагировать, понимаешь? То есть они реально думали о том, что пойдет все шито-крыто, понимаешь? То, что там реально вот этот чел с деньгами и машина ФБРовцев. Они просто издалека смотрят там, чтобы его бы не ебнули, условно говоря. Отдали деньги, все разошлись. Дает место положение, где закопана девчонка. Ну да, вот копы вот так вот. Отцеплять тоже все нельзя, понимаешь? Надо ждать уйти. Автомобиль с номерами штата Массачусетс. Деньгами-то чел. Брошенный недалеко от того места, где Роберт оставлял выкуп. Машина была осмотрена. Следователи нашли веревки, клейкую ленту, лыжную маску. Было очевидно, что машина имеет отношение к похищению. Самое главное, в бардачке они нашли фотографии, на которых был голый мужчина, прикрывающийся фуражкой полицейского. Оказалось, машина была зарегистрирована на имя Джорджа Дигана. Семья Мэкл не знала этого мужчину. Джейн не отрицала, но и не могла точно подтвердить, что это был тот самый лжеполицейский. Ранее у Джорджа Дигана не было арестов. К поиску было привлечено более 120 агентов ФБР. Подозреваемому улизнуть больше точно не удастся. Вот но проблема была во времени. Опять же, если верить записке, Барбара находится под землей с запасами воздуха и воды примерно на 5 дней, а уже подходит к концу третьи сутки. Поздним вечером 19 декабря в доме семьи Мэкл раздался звонок. Агент Шрёдер был наготове. Жестом указал Роберту, что можно снять трубку. Роберт, заключавший многомиллионные сделки, проводящий регулярно тяжелейшие переговоры, поднял трубку трясущимися руками. Он уже был готов отдать любые деньги. Мужчина услышал голос, спокойно дающий новые указания. На этот раз место, названное похитителем, также было у леса на окраине города. Полиция была полностью проинформирована. Роберт выехал на указанное место. Похитители получили деньги в ту ночь. Уже наступило утро, а ответа от них все не было. ФБР... Я тебе опять говорю, Тох, опять хуйня, деньги получили похитители. За ними никто не следил. Ну нельзя этого делать, понимаешь? Ну нельзя, но если, понимаешь, изначально пошли по такому пути, что обмен денег на этого, на заложника, потом мы... Вот знаешь, кто бы проследил? Ну кто бы проследил? Следователи Плотников, вот бы кто бы проследил бы. Плоткин скорее. Плоткин, прошу прощения. И всех бы засадил. Не, я думаю, то, что, скорее всего, здесь была бы такая же методика проведена. Он такой, все нормально, берите. Он бы настоял сам с акваяжем, бери. На. Он, знаешь, погоны, все, вот это вот. Бери, что ты боишься? Да не бойся ты. Как собака какой-то. И он такой берет, и он такой... Все. Вот тебе и деньги, блядь. Вот тебе и срок сразу. Установили, что подозреваемый по имени Джордж Диган работал в университете Майами на факультете океанологии. Он участвовал в научных экспедициях. Коллеги и научный руководитель отзывались о нем как о человеке очень эрудированном, тихом и спокойном. Но главное, он был очень изобретателен, мог сам сконструировать и соорудить различные приспособления, облегчающие жизнь ученым.
Джордж Диган делал ящики с вентиляцией для хранения различных образцов. Чит, так это пила! Так это Джек Краймер, или как его там? Джек Краймер. Ты прикинь, вот он все это дело сооружал. Реально, реально пила. И такой думает, бля. А я сюда посадить человека? Ну нахуй, да нет. Или да, бля, похуй, попробуем. Ну был уже такой один челик, да, ты же коробки строил, там котов сажал. Дядька такой, Шрёдингера. И сам не знал, как там кот этот. Вот, вот человек не, был. Мне кажется, кота не было там. Так я тоже так думаю. Мне кажется, под... Блядь, или был. Слушай, ну говорят, сука, был или не был кот? Вот потому и Шрёдингер. Блядь! И он всех наебал, и весь мир такой, был кот или не был? Нет, я, понимаешь, во-первых... А он сидит, наверное, такой самодовольный, такой, а вы, бля, угадаете. И коробку, наверное, такой, тяжёлая или не подъем, или легкая, наоборот. Сотрудники не знали ничего о семье Джорджа, но он был очень близок с Рут, аспиранткой факультета. Необходимо было допросить ее. В университете уже начались рождественские каникулы. Ни Джорджа, ни, соответственно, Рут не было на месте. Похитителей как минимум было двое. Могла ли Рут быть сообщницей? Это надо было выяснить. Агенты ФБР продолжали свою работу. Стало известно, что молодой мужчина купил у Джорджа Дигана небольшой автоприцеп по подозрительно низкой цене. В прицепе были найдены письма на имя Джорджа и на имя некоего Гэри Криста. Так. Гэри Стивен Крист, 23 года, был хорошо известен полиции. Он несколько раз был арестован за угон автомобилей. Недавно Гэри сбежал из заключения в Северной Калифорнии и на данный момент находился в бегах. Отпечатки, найденные в автомобиле, и отпечатки Гэри совпали. Mm-hmm. Джордж Диган был на самом деле Гэри Кристом. Этот человек умеет скрываться. На руках у него теперь 500 тысяч долларов. То есть он же и был. То есть получается, что он под личиной другого человека все это время жил, да? Его в окрестностях знали как вот того, ну... Вот... Сбежавший заключенный просто сказал, я не тот чел, я Джордж Диган. Я Джордж Диган, да. И вот у него документы откуда-то появились. И он купил себе этот самый прицепик. Устроился в престижный универ. Он в универ устроился. И он же, ебать, это что такое? Это ж не Гарри, это не Гарри Поттер, оборотное зелье, где мы там выпили и превратились в кошку. Или во что там? Ну как, ну, да. как вот так вот? И вот где Рекс был этот, да? Вообще, как странно все вообще за этим рубежом. Так все странно. Ну американцы, ну выдумщики. Ну вообще там, блядь. В Штаты я приезжаю в любую деревню. А, слушай, а так можно сделать просто? Приезжаю в деревню я, в любую глубинку. Ну и говорю, что я вот, допустим, этот самый. Ну, Рекс Шрёдер, допустим. Я говорю, так и так, вот, допустим. Я... Но если у тебя нетипичная внешность, а ты, так сказать, Антоха, мужчина статный и известный, я думаю, что у тебя не получится так. Думаешь, нет? Думаю, а нет. То меня в каждом доме знают. Если... Ну, слушай, бабушки все. Я тебе так скажу, кто-то точно где-то да узнает. Вот люди меня порой узнают в самых необычных местах. Тоже верно. Вот так вот, знаешь, наоборот, ну. Думаешь, вот 100% здесь какой-то интернет, кто-то тебя узнает, а вот так вот возьмут и узнают. И возьмут и узнают по-любому. 100 тысяч долларов. А я уже притворился комбайнером каким-то. Эквивалентной сумме 3,5 миллиона долларов на сегодняшний день. Может, его и найдут. Слышал, да? Но для Барбары уже будет слишком поздно. Прошло почти 3 дня. 20 декабря Федеральное бюро расследований поступил звонок от анонима. Мужчина быстро сообщил, что ему известно местонахождение Барбары Мэкл. По его словам, девушка заживо похоронена в лесах Атланты, в 38 километрах от места похищения. Затем он повесил трубку. Агенты ФБР приехали на место. Более 100 агентов рассредоточились по всему району, пытаясь найти ее. О том, что был получен звонок, родителям Барбары говорить не стали по причине того, что ФБР сомневалось, что информация действительно правдивая. Угу. До этого похитители связывались исключительно с Робертом. Все же поиски продолжались. Земля была усыпана опавшей листвой, а сам лес раскинулся на многие километры. Опять необходимо было много времени, которого нет. Прошло несколько часов, и вдруг... Один из агентов закричал: «Все сюда! Кажется, я что-то нашел!»
Подбежавшие увидели, что из земли на пару сантиметров торчало что-то, напоминавшее трубу. Они начали все вместе судорожно копать. У кого не было лопаты, копали голыми руками. Нифига. Выкопав яму полметра глубиной, они наткнулись на деревянный ящик. Они продолжали копать, стуча по ящику и зовя Барбару по имени. Но внутри была тишина. А затем раздался еле слышный слабый стук. Агенты наконец смогли открыть крышку и увидели девушку, измученную, бледную, но она была жива и даже улыбалась. Когда один из агентов ФБР отнес ее к машине, Барбара сказала: «Вы самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела». И засмеялась. Директор ФБР Эдгар Гувер поделился радостной новостью с родителями. Ну, невероятно, да? Да. Вот это вот, конечно, да. Но деньги-то получили похитители? Получается, удачно все? Ну, в целом, да, понимаешь. Но в данном случае теперь уязвимый человек. То есть пользоваться этим уже будут другие злоумышленники. Потому что, видишь, один раз так случилось и будет, значит, и дальше такое происходить. Ну, вероятность такая будет иметься, и само собой. Поэтому для этого нужно было бы, конечно, развернуть масштабные поиски и ловить. Но я думаю, что сейчас и будут это делать. Да, да, но меня, знаешь, поражало вот это вот, знаешь, прочесывание. Я вот иногда думаю, вот, к примеру, да, знаем примерный район, то есть там, допустим, 5 на 5 километров, вот такой вот, допустим, да, как бы часть леса, сектор, и его прочесывают люди. Вот, понимаешь, как бы вот человеческий фактор в данном случае, вот он же очень сильно влияет, да? Вот, да, вот возьми, да и мимо пройди этой трубы, она не такая большая, то есть она совсем маленькая. Вот невнимательность в другую сторону смотрел, сделал шаг и уже не заметил, понимаешь? Это все делали агенты ФБР, которые всегда внимательны к деталям, такие, как и все такие, представители правоохранительных органов. Такие нестандартные у них, вот как тебе сказать, такие вот нестандартные у них иногда бывают порой задачи, и не только у ФБР, я уверен, что и отечественные, да и, ну, вообще, в принципе, да, что только ФБР. У каждой страны есть, да, своя собственная такая... Ну, да. Вот как вот, да, вот к этому быть готовым? Ну, тут, наверное, да, тут, наверное, нужно вот как бы... Ну, не, вот если бы это были, знаешь, какие-то иметь соседи и просто жители, наверное, да, могли пройти. А тут люди прям... Думаешь, все-таки здесь... Это... Конечно, тут они прям шли и прям высматривали. Ну, наверное. Всего через два дня, недалеко от побережья Флориды, агенты ФБР поймали Гэри Криста. Он был арестован. Рут Эйземан Шир была арестована 79 дней спустя в Нормане, штат Оклахома. В итоге-то они. Она была первой женщиной в списке 10 наиболее разыскиваемых ФБР. На допросе Рут рассказала, что она познакомилась в университете с Джорджем Диганом. Она даже не знала его настоящего имени. Она его полюбила очень быстро. Ей нравился его пытливый ум, он был очень интересным собеседником. Их увлечения были одинаковыми. Она считала, что он прекрасный, добрый человек. Они начали жить вместе, и это была полная идиллия. Одна... Любовь зла, полюбишь козлом. Говорят у нас, ребята. Говорят у нас. Вот и все. Однажды за ужином Джордж или Гэри предложил Рут похитить какую-нибудь избалованную студентку богатого папочки. Конечно, девушка осталась. Чувствуете, да, вообще вот эту вот тупость вообще сидит. Просто вот сидишь тогда со своей пассией вечером, ешь пельмени, такой. А было бы прикольно похитить кого-нибудь богатого. Да, за нее найдут много денег. И ты такая: ты такой умный! Ты такой прикольный вообще! Блин, что еще и не узнать, наверное. Да, даже никогда не поймают. И не повесят так. На первом же столбе. Круто. Круто ты придумал. Круто, надо срочно план придумать. Где мозги-то нахуй? Чел уже однажды был пойман в ФБР, блядь. Пришлось поменять имя, вообще все. Не, чел был просто пойман. Ну, пойман был. Ну, пойман был, хорошо. Ну, слушай, так или иначе, был пойман и убежал. Пойман, убежал, поменял. Сменил личность, и все нормально. Я думаю, что если бы он не нарушал закон, бы, но все он бы было так бы в порядке, да. И жил бы до конца, до старости. Но нет, видишь, у таких людей, вот опять же, да, то есть как бы один раз персил. Всегда персил. Жива. Он сделает для нее ящик, внутри будет вентиляция, свет и вода. Любил человек. Она будет находиться в нем пару дней, не больше. Они запросят выкуп и сообщат о ее местонахождении. Для полного счастья, как уверял Рут Джордж, им не хватает только денег. Они решили сделать это перед Рождеством, чтобы начать новую жизнь под Новый год.
сделать. Вот все, с 1 января как банально, начинаем все заново. Ну, понятно. Нет, такие люди... Вот это то, что похищение, это все в прошлом году. Забудем все. Новый год же всегда такой, да, вот, когда вот выпиваешь бокал, да, и вот у кого куранты, у кого там какая-то другая своя традиция, дракон китайский летит, и сразу все забываем. Сразу все растворяются ориентировки твои. Все, что было в прошлом году, оставляем в прошлом году. Да, 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 все, все плохое, вот уйди. И то, что тебя подонка мразь ищет вообще, будет искать еще лет 20 всю жизнь твою, то это... Да жесть, жесть, это шизы. И вот я хотел сказать, знаешь, это вот, нам не хватает для счастья только денег. Такой ты, блядь, умный нахуй. Кому вот интересно... Знаешь, кому нужно было вот этих вот людей вот поймать, знаешь, и вот для профилактики их отправить к Агафье этой Лыковой. И вот она бы им порассказала, что такое без денег с медведями бурами драться за гектар. И так она далее. Она до сих пор там живет? Конечно. Это все... Поедем? Да, я бы к Агафье Лыковой съездил в гости бы. Ценить сразу начнешь. Сразу начнешь ценить все, что есть. Нет, ребята, это серьезно. Я вот таких людей, конечно, я вот уважаю, очень мне нравится такое. Злоумышленники долго выбирали жертву. Искали по старым газетным новостям в библиотеке. Они решили, что Барбара Мэкл отлично им подходит. Они заранее, прежде чем выехать из Майами, закопали записку с требованием выкупа на участке дома семьи Мэкл. На следующий день они уже были в Атланте и следили за Барбарой. Они узнали, что Барбара была с матерью, жила в мотеле, узнали также, что у нее был друг на белом Форде. Фуражка полицейского уже была у Джорджа. Он как-то украл ее у обедающего в кафе офицера. Джордж и Рут ворвались внутрь номера. После того, как Джейн отключилась, Джордж направил ружье на Барбару и приказал ей спокойно выйти на улицу к машине. Затем они отвезли Барбару в лес. Девушка ночью босиком стояла перед ящиком, врытым в землю в лесу. Похитители приказали Барбаре лечь в ящик. Рут дала девушке табличку в руки и сфотографировала ее. Затем они закрыли крышку. Через крышку они рассказали девушке, что запас воды у нее ограничен. Свет и воздушный насос на батарейках. Всем она должна пользоваться экономно. Затем Джордж начал вбивать гвозди в крышку ящика с кричащей девушкой. Барбара неистово колотила по крышке. Последние слова Джорджа были «Не будь таким ребенком». Затем Барбара услышала, как на крышку сыплется земля. После первой неудачной попытки с выкупом похитители разделились. Рут посчитала, что Джордж заберет машину, в которой находилось так много улик. Только вот Джордж, скрываясь от побега, сделать этого не смог. Видимо, тоже понадеялся на свою сообщницу. Рут знала, что Джорджу удалось скрыться. Но она не знала, что он это сделал без денег. Рут стало известно, что машину нашли. Джордж в их квартиру не вернулся. Она посчитала, что он не захотел делить деньги. Сама она ударилась в бега, поняв, какой шум они подняли. Теперь все газеты говорили про них. Джордж, даже если бы и хотел, не смог бы ее найти. Она была растоптана его предательством, которого, может, и не было. И той ужасной ситуации, в которой, без сомнения, была виновата. А Джордж, точнее Гэри, продолжал действовать. Но я не понял вообще, чего они разделились, чего они разбежались-то? Но... Деньги же получили. Не, это про первый раз говорят, ну... понял? Типа облава произошла, они начали разбегаться в разные стороны. Ну помнишь, да, где этот копы заявились, да, они Жанна Негара, они предупредили их. Ну и все, и они в рассыпную, понимаешь, разбегаться. Она-то думала, то, что он с деньгами, он чемодан хватит и убежал. Ну вот, она в другую сторону и уже поняла то, что, наверное, он ее швырнул на бабки. Просто, знаете, другое дело, что вот Джордж, да, Джордж на своей машине поехал за выкупом полмиллиона долларов и в этой машине свои фотографии, целый альбом школьный туда. В натуре, вроде как такой продуманный человек. С фуражкой, знаешь, ворованный такой сидит. Ты что творишь? Да-да, продуман такой, знаешь, я... Да, на 5 дней умею все это конструировать, смог сбежать из копов, но... Вот такую, знаешь, ошибку совершить. Да это просто немыслимо, блядь. Ты на чем приехал вообще?
на каком-то универсале, который, на котором ездишь на работу. Ты что сделал вообще? И реально вот открываешь бардачок, там твои фотографии, там все, все твое все. А он думал, ему сейчас деньги дадут, он откроет заднюю дверь, положит чемодан, закроет ее, покурит, постоит. И как Энди Дюфрейн уедет, непонятно куда. Да, да, да. И потом своей жене пришлет такой, под дубом найдешь деньги, а я буду уже яхту красть где-нибудь там в ебенях. Хоть похитители и сообщили, что воздуха и воды у Барбары было на 5 дней, точно они этого знать не могли. На самом деле они были уверены, что операция с выкупом не затянется так надолго. Только вот все пошло не по плану. Воды девушке хватило на 3 дня, и через 3 дня села батарейка ее небольшой встроенной вентиляции. Надо не забывать, что Барбара была тяжело больна, у нее был грипп и высокая температура. Она часто задыхалась. Ей было жарко, поэтому воздух она практически не отключала. Пить ей тоже хотелось постоянно. Когда все ресурсы закончились и даже свет отключился, Барбара продолжала верить, что ее время еще не истекло. Она рассказывала, что старалась сохранять спокойствие, дышать медленно и размеренно. Барбара очень любила Рождество. С самого детства считала декабрьские дни до него. Рождество этого года не было исключением. Она рассказывала, что внутри ящика представляла, как помогает маме наряжать елку к Рождеству. Вспоминала даже, какие у них есть игрушки. Не, ну к Рождеству-то она успела. Ну да, конечно, нет, это понятно. Чудо. Это реально рождественское чудо. Ну, я хотел это приберечь на самый конец, но подытоживая, конечно, да, раз уж мы тут говорим про благополучный исход, да, реально, эта история, это рождественское чудо. Ублюдков поймали, дочка спасена. Деньги сохранены. Ну и деньги остались в фирме. А потом наступает любимый праздник. И вот она уже отмечает с родителями Рождество в их прекрасном украшенном доме с большой елкой, увешанной гирляндами, и камином в просторной гостиной. Здорово. Перед тем, как Барбару нашли, она уже потеряла сознание. Вряд ли бы она продержалась еще хотя бы несколько часов. Но все же спокойные и приятные мысли помогли ей продержаться так долго. Рождество в 1968 году. Всего через несколько дней после похищения родители Барбары постарались устроить незабываемым. Все, кто был на празднике, отметили, что Барбара была невероятно счастлива. Рут была осуждена и приговорена к 7 годам тюремного заключения. Условно-досрочно освобождена после 4-летнего срока и депортирована в родной Гондурас. О, блядь, слушайте, лучше напоминать. Нет, давайте лучше 7 лет, я тут сижу без депортации. Давайте 7-ку по полной. Он и приговорен к пожизненному заключению в 1969 году. Но через 10 лет был освобожден условно-досрочно. Гарри получил помилование, чтобы посещать медицинскую школу. Он нашел работу в качестве врача общей практики в штате Индиана. Но в 2003 году его лицензия была отозвана. К сожалению, Гэри упустил свой 2-й шанс на свободу. В марте 2006 года он был арестован на парусной лодке у побережья Алабамы с 14 килограммами кокаина. Ой, как Гэри! Ой, Гэри! Так, неужели? Ой, черт! Ой, черт, тебя дери, Гэри! А как ты-то? А что такое? Нет. Ебать, ну жизнь, конечно, у человека. 68-й год. Ты сбежал из тюрьмы, представился другим именем, устроился научным сотрудником в какую-то лабораторию, разрабатывал какие-то клетки. Похитил дочь какого-то миллиардера. Все. Ну, казалось бы, история закончена. Тебя поймали. Тебя сажают в тюрьму. На пожизненное. На пожизненное. Все. Ты такой... Все, жизнь кончена. А ты такой думаешь... А? Стану, обучусь на врача. И вот 10 лет спустя тебя отпускают. Отпустили. Ты работаешь 30 лет. До 2006 года. Да, все такие. Агата говорит, да, типа что. Но все заканчивается. Бля, ну 30 лет человек спокойно себе жил дальше. Да. Это тоже большая, это огромный отрезок жизни. Это вот ровно сколько мне лет сейчас. Вот он столько лет еще и жил после. Работал этого. Врачом общей практики. Доктором. А потом, черт, дернул, попутал. Какая! Сколько? 14 килограмм, да? 14 килограмм. И явно, знаешь, он такие объемы, это... Он там не отвертеться. Типа, да? Это не первый раз он
этим так занялся случайно, типа, ну интересно. Это получится, не получится. Он, скорее всего, так сразу вышел такой, новый план. И мне кажется, знаешь, вот именно вот это, знаешь, как во всяких фильмах, знаешь, такое, это была последняя его ходка. Да-да. Угонщик не мое, похититель не мое. Наркокартель! Как насчет... Новая тема! И что-то мне кажется, что вез он-то с Гондурас. Почему-то от старой своей доброй знакомой. Стоимостью около 1 миллиона долларов. Он признал себя виновным. А что-то я не помню. Не старей человек. Подожди, а что там, Шиндлер, что ли? Я не понимаю, что на повязке написано? Шериф. Я просто надо список Шиндлера. Я понял. Везде, везде мерещится это все. Стоимостью около 1 миллиона долларов. Хотя нет, смотри, звезда. А, ну да, ладно. Он признал себя виновным в контрабанде наркотиков. И, несмотря на свою прежнюю историю, был приговорен только к 5 годам и 5 месяцам тюремного заключения. Ну, она же не вышла. Бля, чувак какой-то вообще родился супер... Фартовый, нет? Со скиллом удачи. Удачи. Вот реально, вот у него все на нуле, вот если, да, отсылаться к РПГ всяким, вот у него все на единицу, на два, но удача 10. То есть прям везет-везет. Гэри был освобожден в ноябре 2010 года. Даже пораньше. Сегодня Гэри живет в Оберне, штат Джорджия. Барбара написала книгу вместе с репортером известной газеты в Майами Джином Миллером под названием «83 часа до рассвета», опубликованную в 1971 году. В этом же 1971 году Барбара вышла замуж за своего друга Стюарта Вудварда. Они родили 2 детей. Угу. Барбара и Стюарт были женаты в течение 43 лет до смерти Вудварда в 2013 году. А сама Барбара что сейчас? Ну, видно, жила здорово. А, вот и все, вот и конец. Ну, вот так... Блядь, я бы фильм про этого чела посмотрел, бы честно сказать. Я бы, ну, довольно насыщенная жизнь такая. Не, самое интересное, знаете что? Что для всех в итоге все закончилось хорошо. И сегодня и она встречает Новый год, 24-й вместе с нами. Ну, я так надеюсь, да, мы Википедию не смотрели, не знаем. Но будем надеяться, да, на то, что все в порядке. И этот похититель. И Джордж тоже будет с нами 24-й год встречать, да. Не в тюрьме на пожизненном, еще тогда. И не за 14 килограмм на котором дали 5 лет всего. А просто, как любой человек, это все мы любим, это Рождество, ребята. Этот праздник. Новый год, время волшебства. Вот как никто знает Джордж про волшебство. Это просто реально волшебство, все, что с ним произошло, и почему он еще жив и ходит по этой земле. Поэтому, ребята, не отчаиваемся. Не отчаивайтесь. Все будет хорошо. Все будет у вас прекрасно. Желаем вам с Новым годом, с новым счастьем. Да, дорогие друзья, вот такая вот хрень. Вот такая вот хренотень. Вот так вот. Ну, берегите себя. Все. Вот, это были мы. И до новых встреч. Я устал. Вот. До встречи. Пока, всем ребята. Пока.